Приветствую всех на канале Arduino на сайте портал ПК. И сегодня я вам расскажу, как я сделал светодиодный прожектор из галогеновой. Здесь вот такой вот прожектор галогенный на 500 ватт. Планирую переделать его под светодиодный прожектор на 30 ватт. Удалил крепеж для галогеновой лампочки. Поставил радиатор. На него планирую поставить так вот. Делал вот такие 4 отверстия на 3 мм. Сюда поставлю винты с задней стороны и закреплю плату. Эти винты. Также на этой основе хочу сделать крепление для отражателя. Отражатель не буду использовать, который тут был, а сделаю свой из консервных банок. В итоге получается вот такой вот результат. Все подтягивается, все жестко сидит, плата прижимается к радиатору. Под плату нанесу термопасту. Думал, корпус пластиковый, оказывается, какой-то сплав, но достаточно легкий, но при этом металл. Если будет сильно греться, радиатор прислоняется к краю стенки, тут видно, не видно, не знаю. Зачищу, полирну и еще радиатор плюс смажу термопастой и плюс на корпус. С этой стороны, со второй стороны вот тоже прижимается, но не такая большая площадь, как с противоположной. Припаял провода. Сейчас можем потестировать. Светит очень ярко. Старый отражатель пока использовать не буду. Всякий случай его сохраню. Отражатель сделаю из консервных банок. Вырезаем дно и крышку с помощью открывашки. Все получается ровненько. Берем ножницы по металлу. Разрезаем по шву банку. Обрезаем одну кромку, чтобы она лучше распрямлялась. И делаем вот такие вот пластинки. Из-за того, что они были круглые, придать им форму достаточно сложно. Берем деревянный брусочек и молоточком, лучше всего, конечно, деревянной кеночкой, выравниваем. Получаем. Подготовил два отражателя, установил их, зажимаются с помощью стекла. И еще винтами здесь, гаечками закреплю шайбами, и все будет держаться достаточно хорошо и красиво. Вот. Такой результат. Так как у меня всего две банки таких, к сожалению, у меня не хватает на стенки. Получается не совсем красиво. Вот вырезал сюда. Вот так вот. Не очень получается красиво. Остаются уголки. Есть у меня белая банка. С белым напылением, но что-то мне кажется, она некрасиво будет. Но сейчас попробую. Имеющиеся банки вот с белым напылением, они немного меньше.
И, соответственно, мне не хватит, чтобы поставить вот сюда. Вот это у меня только-только получается. Ну, буду ставить эти, пускай будут небольшие зазоры. Кстати, тут тоже есть, но тут не такие большие. Сейчас все прикручу. Вот установил все эти отражатели. Вот он готовый первоначально собранный прожектор. Сейчас я его разберу, нанесу термопасту на радиатор, который установлен внутри. Просверлю здесь отверстие, чтобы ходило тепло. И еще в местах соприкосновения радиатора с корпусом корпус прополирую и намажу термопастой, чтобы радиатор, когда установил, чтобы тепло впитывалось максимально сильно на корпус, и чтобы корпус тоже выступал теплоотводом. Снять краску планировал гравером, но гравер почему-то благополучно сдох. Выломила кнопку фиксации. Поэтому пришлось все гравировать, все оттачивать вручную. Хотел полностью сделать блестящим радиатор, чтобы он был лучше отводил тепло, но вручную такое не получится. Итак, установим радиатор. Тут вот зашлифовал шкурочкой. Может быть, не видно. Зашкурил, чтобы радиатор стал как можно плотнее. Вот так вот. Так. Установил радиатор, равномерно распределил термопасту по радиатору. Сейчас установлю светодиодную плату. Поставил на термоклей плату и все-таки запустил гравировальный и немножко подполировал. Вот так вот будет лучше тепло отводиться. Вот собранный вариант выглядит так. Ну так как немножко не хватило, уголки чуть-чуть черные, но я думаю, это не так страшно. Сейчас буду проверять, испытывать. Вот так вот выглядит данная конструкция. Сейчас поставлю крышечку и буду подключать. Работа прожектора. Светит достаточно ярко. Яркий солнечный день. Итог следующий. Данный прожектор нельзя использовать на улице. Если вода туда попадет, может попасть на плату. Но в принципе можно установить, если все будет стекать и туда ничего не будет попадать в данное отверстие. Тут все герметично. Как и было. Также возможен перегрев платы, если будет долго работать. Но я пока еще не тестировал на долгое время работы. Если что, как себя поведет данный прожектор, напишу в комментариях. Но данный прожектор делается для стройки, поэтому тут большой защиты от влаги не надо. Самое большое, что меня беспокоит, это пыль. Возможно, что она будет туда набиваться и повлияет на теплоотвод. Появились вопросы по сборке данного прожектора? Пишите в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока. До встречи в следующем видео.